У 2021 році, коли всім світом боролися з COVID-19, на відділенні дзюдо комплексної дитячо-юнацької спортивної школи всім тренерським складом боролися з труднощами, які привніс карантин. Ну, всім тяжело було в цьому році, як і нам, як і всім. Вот. Значить, ну, до літа, остаток зими, весна, там нічого такого особливого не відбувалося. Просто тренувалися, ну, як і всі, в онлайн, давали там по інтернету завдання індивідуально. Вот. Какие-то там Юлія Олеговна делала какие-то там соревнования маленькие, там кто больше отожмется, кто дольше пресс, там планочку подержит. У нас дисциплина серьезная, у нас там все тренера очень такие, я не скажу, что злые, но требовательные. Поэтому у нас все делали, кто уже не делал, те как бы, ну, очень маленький процент. Все равно, может быть, они что-то и не делали, но, как правило, что-то и делали. То есть. А так в основной массе делали все. То есть и участвовали вот в соревнованиях, как говорю, Юля там им делала всякие конкурсы, кто больше отожмется, кто больше там планку подержит, кто больше выпрыгнет там. И вообще всякие. И вообще очень интересно. Валя Копылов очень много делал всяких видосиков таких, именно тренировок, прямо учебное пособие. Дети повторяли все, родители звонили довольные, что все делают, все, каждый урок не пропускают, сидят, смотрят, повторяют. То есть тренировочки были нормальные у нас. Насчет этого вот молодцы они. Я бы, наверное, так один бы не потянул. Зрозуміло, що онлайн-тренування не мають такої ефективності, як більш звичайні щоденні тренування у залі. Та найбільшим випробуванням для спортсменів стала відсутність змагань. Понятно, що плохо, як. Понятно, що нету соревновань, нету зборів. Діти варяться у себе, ну, в своєму котлі. Ну, как бы они уже сами друг другу поднадоели маленько, потому что пары одні і ті ж соперники, поэтому тяжело. Для них это вообще тяжело, потому что в детстве надо, наоборот, больше разнообразия давать, больше соперников разных партнеров, больше как бы впечатлений, чтобы у них психология укреплялась, чтобы они психологически были подкованы, были готовы, ну, к серьезной борьбе уже. А между собой что они, хихи-ха-ха, все равно как бы расслабляет это все очень. Вот. Поэтому этого, конечно, не хватает именно соревновательного опыта. Но это не только у нас, это у всех сейчас в стране это творится, поэтому как бы мы в равных условиях. Попри всі труднощі, спортсменам відділення дзюдо все ж таки вдалося взяти участь у деяких змаганнях та навіть провести масштабний турнір в місті. В августі з'їздили ми на чемпіонат України. Валентин Олегович возив эту Кристину і ребят возив, Гоман, я имею в виду. Там до 23 лет був чемпіонат страны. Кристина зайняла второе место, проиграла спортсменки из Днепропетровска. Вот. Ну, незначительно там, чуть-чуть уступила. Потом готовились к нашему турниру, который мы перенесли с апреля месяца на октябрь. Турнир получился очень даже замечательный. 500 с лишним участников было. Вообще очень много народу. Провели в 2 дня. Провели достойно, без всяких, я там могу сказать точно, без всяких нарушений коронавируса этого. Все мы сделали чин-чинарем. Единственное, что там дождик нам помешал, что родители хотели поболеть. Ну и так мы им как бы запрещали. Но можно было там постоять где-то на улице, куда-то сходить. А тут еще дождик нам как бы полил. Поэтому как бы с родителями тяжеловато было, рвались они все в зал. Ну ничего, мы там вроде как угомонили всех, решили этот вопрос. Вот. Ну и что, по турниру, турнир удался, да, очень хороший, сильный турнир получился. У нас наши воспитанники заняли 11 призовых мест. Я считаю, что это очень хороший результат. Вот. Ну, потом чемпионат Европы мы съездили с Гоман в Хорватию до 23 лет. Выступили неудачно, проиграли, заняли 9-10 место. Ну, идем вперед, работаем, как бы, ничего, руки не опускаем. Сейчас опять на сбор уехала со сборной Украины.
Она в Кончезаспе сейчас вот на сборе. Сбор проходит до 29 числа. Ну а мы продолжаем тренироваться. Детей много. Ну, стараемся что-то. Вот у нас тут провели, я вот недавно провел по старшим. У старших абсолютный чемпионат города, только среди своих. То есть проборолись все судейством. Серьезный приз был, как бы нормально такой. Все проборолись, все довольны, по 5 схваток отборолись. Вот. Ну и пытаемся вот сейчас вот к Новому году тоже среди своих, вот, наверное, проведем турнир такой, между собойчик такой маленький, со своими детишками к Новому году такой. Призы купили там, медальки какие-то вручим. Ну, все равно, ну, стараемся как-то выходить из ситуации, что-то как-то, какой-то соревновательный, какой-то соревновательный импульс давать детям, потому что они тоже уже засыпают у нас. Надо їм как-то что-то такое взбодриться дать. Сподіваємось, новий рік принесе повну перемогу над пандемією. І спортсмени зможуть не лише повноцінно тренуватися, а й здобувати омріяне спортивне золото на змаганнях.